Одна из них сегодня. Это лыжный марафон у спортсменок. Дистанция 30 километров. Заканчивается так называемая женская программа, лыжная женская программа чемпионата мира. Последняя гонка, заключительная гонка у лыжниц. Три круга по 10 километров, учитывая то, что температура воздуха в Тандер-Бэе все время меняется. И вот если сегодня минус 3 градуса в этот утренний день, то, допустим, вчера было плюс 8, днем наверняка будет еще жарче. Ну и поэтому организаторы решили все-таки сохранить трассу, сохранить снег для того, чтобы провести до конца соревнования по лыжным видам спорта. Дистанция 50 километров у мужчин в воскресенье. Там будет несколько кругов по 12,5 километров. Больше снега в округе нет. Биг Тандер, Большой Тандер, Тандер-Бэй. Это залив бурь. Я уж не знаю, как называется по-другому. Ну, а это Лариса Лазутина на ваших экранах, завоевавшая теперь уже 4 золотых награды. 4 старта и 4 медали. Блестяще выступила она в гонке преследования. Великолепно прошла свой этап в эстафетной гонке 4 по 5 километров. И вот сегодня она практически и открывает группу сильнейших. Лариса Лазутина стартует под 23-м номером. В общей сложности на трассу уйдут 58 лыжниц. Группа сильнейших начинается с 21-го номера. Это Антонина Ордина, команда Швеции. В силу разных причин я нахожусь сегодня здесь, в Останкино, в комментаторской кабине, в студии. А там, в Тандер-Бэе, находится главный тренер сборной команды России Виктор Александрович Иванов. И, естественно, я сразу задаю ему вопрос. Виктор Александрович, пожалуйста, расскажите, как сложилась жеребьевка? И, на ваш взгляд, удачно для нашей команды? И на кого все-таки вы делаете ставку? Жеребьевка была несколько изменена традицией. Группа четвертая, так называемая красная группа, которая является персональной, она была переставлена на вторую позицию. В принципе, даже было пожелание ее ставить первыми. Но все-таки испугались какого-то количества осадков и решили, что лучше подстраховаться и поставить ее второй. Поэтому все сильнейшие лыжницы стартуют, как вы уже сказали, с 21-го номера. Старт открывает в этой группе Антонина Ордина. Но здесь круг претендентов, так сказать, достаточно широк на сегодняшние медали. Это Антонина Ордина, Микель Сплас, Лариса Лазутина, Катарина Неуманова, Анита Моин, Мануэла Децента, Ольга Данилова, Нина Гаврилюк, Труда Дубиндаль, Стефания Бельмондо. Ну, во всяком случае, вы сами представляете, что все те 15 человек, которые стартуют в красной группе, они являются основными претендентами на розыгрыш медалей. Основные конкуренты, я думаю, будут традиционные. Это олимпийские чемпионы и чемпионы мира прошлого фалунского чемпионата Стефании Бельмондо и Мануэла Децента. Сейчас в неплохой форме находится наша землячка, так сказать, бывшая наша лыжница сборной команды бывшего Советского Союза Антонина Ордина. Я думаю, что она сегодня тоже будет претендовать, поскольку лыжня очень жесткая. Это для нее очень важный фактор. Но и думаю, что, конечно, вот наши девушки, вся четверка будет тоже претендовать на медали. Ну, поскольку дистанция очень длинная для женщин, конечно, здесь могут быть всякие неожиданности, что мы видели, например, и в первый день гонки на 30 километров у мужчин, когда Алексей Прокуроров, казалось бы, уже безнадежно проигрывал и оказался на третьей позиции. Ну, а вот сейчас дан старт первой участнице. Я хочу просто подхватить вас, Виктор Александрович, с
небольшим рассказом или с воспоминанием об эстафетной гонке 4-5 километров у женщин. Вы говорили, Антонина Ордина, которая, в общем-то, открывает группу сильнейших, тоже может претендовать. Да, в общем, на самом деле, потому что она так великолепно прошла свой этап и показала лучший результат среди всех участниц. 12 минут 30 секунд на дистанции 5 километров свободным стилем. Ну а сейчас гонка на 30 километров то же самое свободным стилем. Антонина Ордина, лыжница из Вятки, как говорят, вятская девушка, а сегодня, начиная с Олимпиады в Лиллехаммере, она выступает за команду Швеции. Итак, по стартовому протоколу я хочу для вас, уважаемые телезрители, назвать наших спортсменок. 23 номер Лариса Лазутина, Ольга Данилова 28, 29 Нина Гаврилюк, а спортсменки стартуют через 30 секунд друг от друга, и 34 последний стартовый номер в группе сильнейших у Елены Вяльби. Еще раз хочу повторить, всего-навсего 58 участниц. Гонка сложнейшая, гонка очень трудная. И истина, она так и называется. Женский марафон. Пока на трассу уходит первая группа участниц, собственно, под первыми номерами, которые, естественно, не будут вмешиваться в борьбу за высшие награды, я хочу вас, Виктор Александрович, попросить рассказать немножко, чуть поподробнее, может быть, с вашей точки зрения, со стороны человека, который стоял возле лыжни, о мужской эстафетной гонке 4 по 10 километров. Мужская гонка вчера для нас сложилась очень неудачно. Мы после выступления на коротких дистанциях мужчин, так сказать, у нас появилась определенная надежда, что мы вступим в борьбу за медали с основными соперниками. Но, к сожалению, нас постигло несчастье. У Леготина, который шел очень хорошо в группе лидеров, на третьем километре отстегнулась лыжа. Он потерял и проиграл здесь секунд 15. Ну, естественно, все его обошли. Пока он возвращался, значит, сумел это дело снова привести в порядок. Потом, значит, сделал очень сильное ускорение. Было как раз перед очень большой горой. Задохнулся, и в итоге он пришел 11-м и проиграл 49 секунд. Эта потеря очень была велика. Но, к сожалению, и другие наши ребята, видимо, может быть, этот фактор повлиял морально на них, не смогли ничего сделать, и мы только смогли занять в итоге 6-е место. По всему и по вашей тональности чувствуется, что, в общем-то, вы недовольны как главный тренер. Ожидали несколько большего. Ну, естественно, конечно, ведь, как говорят, надежда юношей питает, и мы тоже всегда надеемся. И, казалось бы, эта надежда должна была как-то оправдаться, но не получилось. Какой состав вы предполагаете на дистанцию 50 километров у мужчин в завтрашней гонке? Состав будет такой, значит, впервые на этом чемпионате выступит Игорь Бадамшин, будет стартовать Сергей Чепиков. Значит, поскольку он сам изъявил желание, значит, и Алексей Прокуроров, и Михаил Ботвинов. А Сергей Чепиков вообще бегал уже 50 километров? Нет. Первый раз в своей жизни? Да, первый раз, наверное. Ну, и, может быть, он, конечно, участвовал в таких туристического плана гонках, но в таких официальных гонках, я думаю, что он идет впервые. Понятно. Дебют и сразу на чемпионате мира. Да. Ну а теперь, Виктор Александрович, давайте коснемся все-таки вопроса обеспечения нашей сборной. Я знаю, что очень много работы проводит Федерация лыжного спорта, Федерация лыжных видов спорта, Союз лыжных видов спорта, для того, чтобы все-таки наши лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы смогли продолжить выступление на чемпионатах мира и на этапах Кубка мира. Но вот такое впечатление создается, что к нашим великолепным лыжницам, звездам, мировым звездам лыжни, большее внимание со стороны все-таки иностранцев, нежели наших. Вот об этом немножко.
Дело в том, что я должен сказать, что и Олимпийский комитет оказывает нам большую помощь. Но, к сожалению, все-таки с учетом наших сегодня экономических условий, все это происходит не совсем четко. И мы всегда находимся на грани риска. Мы же ведь не можем вести подготовку, когда, так сказать, поступят деньги. Мы ее должны начинать строго по плану. Но Олимпийский комитет оказывает нам достаточно большую помощь. А вот что касается наших зарубежных спонсоров, то нам большую помощь оказывает спонсор-сервис. Это норвежская фирма посредническая. Мы с ней уже очень давно связаны. Значит, и она нам обеспечивает в основном подготовку за рубежом. Это в осенний период. Вот в данном случае в этом году она нам провела два сбора по 20 дней. Это достаточно большая, так сказать, кругленькая сумма, которая так выливается. Вот. Но и то ее иногда не хватает. Ну и плюс всякие переезды, разъезды, значит, они нам помогали и с билетами. Вот. Так что здесь я должен выразить им сердечную благодарность. Что касается наших спонсоров, мы сейчас ищем эти пути для того, чтобы как-то лицом повернуть к лыжным гонкам, потому что это массовый вид спорта, спорт любимый в нашей России, повернуть наших бизнесменов, банки наши, для того, чтобы они нам оказали финансовую поддержку. Думаю, что нам это удастся. Ну, хорошо, если вы так уверены или, по крайней мере, надеетесь на это. Но я хочу к этому добавить, что вот, например, акционерное общество «Александровский радиозавод» уже включился в эту, ну, будем говорить, так сказать, долговременную гонку к зимней Олимпиаде в Нагано в японском городе, готовя и субсидируя Ольгу Данилову. Вот в данном случае я хотел бы обратиться к вам, уважаемые российские бизнесмены, уважаемые наши банки. Посмотрите, пожалуйста, нашу трансляцию. Посмотрите, как здорово бегут наши девушки. Достаточно сказать, что Лариса Лазутина на всех стартах, которые прошли здесь, в Тандербэе, не потерпела ни одного поражения. Высшие 4 награды у нее в руках. И наши девчонки ее поддерживают во всем. Эстафетная гонка. Преимущество нашей команды 1 минута 31 секунда перед норвежками. Ну разве это не есть правильно вкладывать свои деньги в развитие лыжного спорта и тем самым заниматься своей рекламой, но уже за рубежом? Ведь наверняка, Виктор Александрович, найдется местечко на костюме у лыжниц, чтобы поместить какую-то эмблему. Что найдем? Если будет солидная поддержка, найдем. Вы сами понимаете, что площади ограничены для рекламы на костюмах. Они составляют 252 квадратных сантиметра, поэтому мы не можем очень много размахнуться. Но я думаю, что мы можем найти для и рекламы и наших спонсоров, если такие будут. Я думаю, что не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Так что еще раз, уважаемые бизнесмены, уважаемые банкиры, пожалуйста, посмотрите на наших великолепных звезд лыжни. Тем временем продолжаются старты. Вот уходит на дистанцию уже 20-й номер и 21-й Антонина Ордена. Команда Швеции. Я уже говорил о том, как она великолепно прошла свой этап в эстафетной гонке. Вывела шведскую команду на второе место. Но вот на последнем этапе, вот она на ваших экранах, на последнем этапе Анита Моин из команды Норвегии буквально на последних 2 метрах сумела обойти Фанквист из команды Швеции и на 0,1 доли секунды первой пересечь финишную черту. И таким образом в эстафетной гонке у женщин команда Норвегии поднялась на 2-ю ступень пьедестала почета, а шведки остались только на 3-м. Марит Микельсплас, 22-й стартовый номер, через 30 секунд ушла после Антонины Ордена. Ну, а вот и Лариса Лазутина. Что можно сказать? Ну, если все получится, ведь впереди 30 километров, 3 круга по 10 километров, 3-жды они будут проходить здесь по лыжному стадиону, и 3-жды будет отсечка времени.
И кроме этого, отсечка времени будет на отметках, насколько я посмотрел на экран, на отметке 3 и 13 километров. И если все удастся, то впервые в истории чемпионатов мира и Олимпийских игр одной лыжнице покорились все дистанции, в том числе и эстафета. Катерина Найманова из команды Чехии. Одна из сильнейших лыжниц Европы. Катерина Найманова выступает уже на четвертом своем чемпионате мира. В общем, особых таких выдающихся успехов не было, но были победы и на этапах Кубка мира. Анита Моен, Норвегия. Она вышла замуж и появилась дополнительная фамилия Гидон. Отметка 3 километра, 7 минут 17 секунд. Зигрид Вилле. Виктор Александрович, насколько я понимаю, скорость достаточно высокая. Да, я думаю, что сегодня скорость будет очень высокая, поскольку были очень сильные оттепели, и сейчас снег кристаллизовался, кристаллы очень большие. А сегодня минус 3, минус 5 градусов ночью было. И сейчас еще минусовая погода сохраняется. Я думаю, что она продержится практически во всей гонке, с учетом прошлых прошедших стартов. Поэтому скорость, я думаю, будет большая. Пока у итальянской лыжницы Эммануэля Ди Ченто, королевы лыжни в Лиллехаммере вместе с нашей Любовью Егоровой, которой здесь нет на этом чемпионате мира, она стала мамой, Эммануэла Ди Ченто завоевала пока здесь только бронзовую награду. И как ни стремились итальянки поправить свое положение после того, как Дель Сасо оказалась только седьмой на первом этапе эстафеты, ничего у них не получилось, они финишировали только четвертыми. А вот Габриэла Парузи, первая из четверки итальянских лыжниц. 14 номер, давайте-ка мы ее все-таки пометим. Нина Гаврилюк. У Нины Гаврилюк две серебряных медали в гонке на 5 километров и на 10, и золотая в эстафетной гонке. Следом за ней стартует Дюбендаль из команды Норвегии. Тридцатый номер уходит на дистанцию Труде Дюбендаль. И 31-й сейчас на старте, это Стефания Бельмондо. Надо сказать, что в свои 19 лет она стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок. Тридцать второй номер Ослунд из команды Швеции. Мари-Хелена Ослунд. Элина Нильсен, норвежка на старте.
И сейчас появится Елена Вяльбе. Виктор Александрович, вот сейчас на старте будет Елена Вяльбе. Как вы считаете, не слишком ли рано она вошла все-таки в свою высочайшую форму, победив на 6 или 7 этапах Кубка мира? И вот здесь, на чемпионате мира, она, в общем-то, не может составить конкуренцию своим подругам по команде, потому что, ну, в общем, они выше всех сейчас. Ну, такая вероятность не исключается, поскольку, конечно, держать себя весь сезон в напряжении. Вы знаете, что Кубок мира в этом году начался как никогда рано, 26 ноября, а сегодня в середине марта, практически ведь сезон заканчивается уже. Конечно, все-таки чемпионат немножко запоздал по срокам. Это не традиционные сроки. Традиционные сроки – это начало февраля месяца. Но здесь, вероятно, организаторы только пошли по такому пути, что боятся, что будут очень сильные морозы. Ведь мы приехали, здесь были 30-градусные морозы. И вот потом такая оказия природы, когда температура стала подниматься до 20 градусов тепла. Поэтому Лене, конечно, сегодня, я тоже думаю, что она не совсем в лучшем состоянии находится. Но я уверен, что она сегодня проявит свои лучшие качества и будет бороться за медали. Да уж, тем более, что это, в общем-то, ее любимая дистанция. Да, она была чемпионкой мира в 89-м еще году, будучи совсем юной гонщицей в Лахте на этой дистанции. Лариса Лазутина идет быстрее Антонины Ординой. Пока вот вы видите, лучший результат был у Антонины Ординой. 7 минут ровно. 7 минут и 7 десятых секунды. Лазутина проходит чуть-чуть быстрее. Очень хорошо, потому что, в общем, если Антонина Ордина задала такую скорость всей гонки, то Лариса Лазутина ее почувствовала и, естественно, уже теперь вошла в ритм этой гонки. Но, может быть, те, кто стартует после нее, Нейманова, Моэн, Дечента, может быть, те предъявят, покажут более высокую скорость, стартовую, по крайней мере. Я слышу, что у вас в комментаторской кабине включена рация, и отметки будут давать еще и тренеры. Да, так, на отметке 2,5 километра. Пока сейчас на 2 с лишним километрах лучше идет Данилова. Анита Моэн проигрывает пока лидером. В общем-то, на первых 3 километрах 5 секунд – это не очень много, но в то же время, очевидно, все-таки нужно почувствовать скорость сегодняшней гонки. Вот посмотрите, Мануэла Дичента. Она-то почувствовала эту скорость. Идет примерно в одно время с Ларисой Лазутиной. В одно время с Лазутиной и с Антониной Ординой. Гавидина Дель Саса. Я еще несколько метров, но тоже разница очень-очень небольшая на старте. Ну вот вы слышали, как Виктор Александрович сообщил нам, что на отметке где-то после 2 километров Ольга Данилова была среди лидирующей группы. Заканчивается 3-й километр. Третий километр. 7.05. 5 секунд она проигрывает сейчас лидером. Лидеры по-прежнему Ордина и Лазутина. Виктор Александрович, несколько слов о самой трассе. Где самые трудные участки? Сейчас давайте только единственное посмотрим, как пройдет Нина Гаврилюк.
7.02. 2,3 она проигрывает лидерам. Пожалуйста, Виктор Александрович. Ну, в общем-то, весь круг достаточно сложный. Так определенные участки выделить здесь трудно. Но вот здесь очень большой вот подъем к 3-му километру идет. Потом идет к 5-му километру большой подъем. На 7-м километре достаточно большой подъем. Вот. Но надо сказать, что все подъемы компенсируются спусками. Потому что вы видите, нет ли у вас каких-либо замечаний к подбору мази или подбору парафинов для сегодняшней гонки? Сейчас об этом говорить еще рано, поскольку гонка Понятно. Только началась. И практически на этом этапе все находятся в равных условиях. Но будем смотреть, как дальше будет ситуация развиваться. Мари Ослунд, шведская лыжница, и Эллен Нильсен следом за ней. Я уже говорил, что лыжницы стартуют с отставанием друг от друга в 30-секундной паузе. Но я еще далеко вот до этой отметки. Видите, красная черта на снегу. Теперь самое интересное, как Елена Вяльби начнет гонку? Почувствует она сегодняшнюю скорость? Сейчас посмотрим, она уже вот должна скоро появляться. Вот она появилась на экранах, так что сейчас будем смотреть. Так, ну и вам, наверное, было слышно, как тренер на трассе кричал, что 5 секунд лидерам. Эллен Нильсен, 6.57.8. 2 секунды она выигрывает у Ларисы Лазутиной. Пока сейчас здесь на отметке 3 километра. Елена Вяльби, 7.02. 5 секунд проигрывает Нильсен. Да, Нильсен очень быстро начала. Но неизвестно, как будет заканчивать сегодняшнюю дистанцию. Все-таки впереди 27 километров. Худо-бедно. Это же нужно еще и выдержать. Ну, для того, чтобы бороться, надо, конечно, включаться в эту борьбу. А так рассчитывать на то, что, значит, кто-то, в нашем мире говорят, встанет, а потом, значит, наверстывать упущенное, это значительно сложнее. Вот сейчас я смотрю протокол гонки на 30 километров. Значит, вот это шестерка лидеров. Нильсен, Лазутина, Ордена, Дичента, Вяльби, Гаврилюк. Разница между ними всего 4,8 секунды. Протокол гонки в Лиллехаммере на 30 километров у женщин. Дичента начала быстрее всех. Выигрывала у Моэна и Кирвисниеми. И дальше продолжала оставаться лидером. Все дальше и дальше, уходя от своих соперниц. Так, в общем, как начала с 1-го километра. Первая отметка была на 1 700 метров. Так она и до финиша пришла первой. Участницы под последними номерами сейчас выходят на дистанцию. Греческая лыжница, она одна единственная здесь на чемпионате мира Анастазиози. Thank you.
Но вот для нее, пожалуй, самый главный девиз Пьера де Кубертена – главное участие, а не победа. До победы ей, конечно, еще очень и очень далеко. Виктор Александрович, я помню, как-то на одном из чемпионатов мира появились и австралийские лыжники и лыжницы. Да, и очень довольно-таки они активно прогрессировали, но не знаю, почему прекратили выступление. Вот на данном чемпионате их нету. Особенно они, так сказать, действенно так участвовали в мужских гонках. Мужских гонках. Были у них и женщины, но женщин было поменьше. Вот на фаунском чемпионате они успешно выступали. Ну, я имею относительно. Ну да, да, успешно. Даже для некоторые себя. Спортсмены были в первой половине среди всех участников закончивших. Но сейчас почему-то нет. Я не обладаю такой информацией, чем это вызвано. Под пятым номером идет американка Томпсон. И вот в этой первой группе, пожалуй, она и задает тон гонки. Ух ты, даже тормозить приходится на спуске. Восьмой километр. Это лидеры первой группы. Я должен сделать маленькую поправку. Это не группа слабейшая. Это идет группа сильная после красной группы. Это третья группа практически. А, как по традиции было раньше, допустим, первая, вторая, третья, да, четвертая, да, да, сильнейшая, а третья перед ней. А теперь, я уже, значит, говорил о тех изменениях в жеребьевке, да, которые, да, да, были, да, сделаны жюри. Итальянка Паруцци прошла сейчас отметку 8 километров. Вот она, ваш экран. Очень осторожно идет на спуске. Здесь, видите, есть опасность падения, потому что набился снег. Он такими кучками образовался. И здесь, конечно, можно упасть. Да уж, если упал, то улетел. Тормозить тяжеловато становится. Да, если упал, то улетел в траву. Так точно. Паруцци становится лидером. Пока сюда не подошла группа сильнейших, естественно. Как вы помните, впереди была Элина Нильсон, норвежка. Стартовый номер 33. Брижит Альбрехт из команды Швейцарии, 15-й стартовый номер. Седьмой результат. Пока седьмой. Вот мы так все время будем поправляться во время нашего репортажа, такого, можно сказать, перекрестного, что ли, репортажа. Виктор Александрович Иванов, главный тренер нашей сборной, находится в комментаторской кабине в канадском местечке Тандербэй, где проходит этот чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ну, а я нахожусь в студии Останкино. И, естественно, мы будем говорить «пока», потому что все время будем ждать, когда подойдет группа сильнейших, начиная с 21 номера, Антонины Ординой. Шестерки разница всего меньше 5 секунд. Была на отметке 3 километра. А вот Антонина Ордина.
Она и раньше-то была отчаянной лыжницей. Итак, 21:15 ровно. Вот это время теперь становится для нас достаточно хорошим ориентиром. Вы помните наши первые репортажи? Первая гонка у мужчин на дистанции 30 километров 9 марта. Все было в снегу. Было такое ощущение, что из весны весенней Европы лыжники приехали сюда в настоящую зиму. Прошло всего несколько дней, и вот вам, пожалуйста. И в Тандербее наступила весна. Лариса Лазутина. Двадцать одна, 21:21. Виктор Александрович, это что, отставание или это сложный участок дистанции? Ну, это и отставание, как что значит сложный? Он сложный для всех. Ордена секунд. Просто идет очень сильно. Она вот сейчас, я посмотрел, очень хорошо прошла спуск. Вот. А сейчас спуски очень опасны, поскольку я уже говорил, что ледянистый снег. Поэтому орден идет очень хорошо. Она ведь и в нашей сборной славилась, в общем-то, на дистанциях 15, 20 и 30 километров. Да, она неплохо выступала на этих дистанциях всегда. Марит Микельсплас из команды Норвегии теперь уже почти наверняка выбыла из борьбы. Она проигрывает лидерам уже 50 секунд. Стартовый номер у нее 22-й. Мануэла Дичендо. 21:17. 2 секунды она проигрывает Антонине Ординой. Должна сейчас появиться Ольга Данилова. Вот уже ее поставили. Время ее уже на ваших экранах. 28-й стартовый номер. Ольга Данилова из подмосковного города Александров. Теперь она живет там и тренируется там. Третий результат, пока, да, конечно, разрывы очень невелики. А это уже переключение, отметка 13 километров. Зигрид Вилле, команда Германии. 4-й стартовый номер. И вновь мы на отметке 8 километров, Нина Гаврилюк. Вот что делают канадские режиссеры. 3-й, 13-й, 8-й. 8-й, 13-й. Американка Томпсон. Какое время у Нины Гаврилюк на отметке 8 километров?
Труда Дубендаль уже проигрывает 45 секунд. Да. На первом отрезке она проигрывала 4,8. А сейчас она проигрывает значительно больше. Она проигрывает уже 19,9. Вот и падение, то самое, о котором вы говорили. Это Труда Дубендаль. Да. Еще раз он показывает, как она не удержалась на трассе. Не вписалась вот этот крутой поворот и решила все-таки лучше остановиться, нежели вылететь на лыжах на траву. Потом уже сражаться будет совсем бесполезно. Эрин Нильсен. Еще одна норвежская лыжница. И Елена Вельби. Елена Вельби становится лидером. Она выигрывает 12,6 секунды. Она практически достала Нильсен. Обошла Ослунд. И сейчас становится лидером. Пометим, 21 минута 2 секунды. Время на отметке 8 километров Елены Вельби. Виллене. Это спортсменка из Франции. 11-й стартовый номер. Ее ведут по Зигренвилле из команды Германии. Вот они между собой сейчас ведут такую позиционную борьбу за лидерство из тех, кто стартовал под первыми номерами. Тринадцатый километр. Так, Елена Вельби, отставание Ордена 12,4 секунды, 15,2 Мануэла Диченто, 18 Лариса Лазутина, 21 Ольга Данилова. Эллен Нильсен на шестой позиции. Нина Гаврилюк проигрывает уже 32,3 секунды. Вот видите, как быстро меняется ситуация. Да, это еще не закончена первая треть дистанции. Габриэла Паруцци выигрывает у французской лыжницы. На отметке 13 километров, 10, ну, считаем 11 секунд. Вот посмотрите, в какой сложной ситуации оказалась Елена Вельби. И впереди, и позади спортсменки. И нужно выбрать точно линию поворота, чтобы никого не зацепить и самой не зацепиться. Альбрехт. Швейцарская лыжница проходит сейчас отметку 13 километров. Пока ситуация достаточно запутанная. Антонина Ордена здесь не будет отметки временного фактора на ваших экранах.
Но, естественно, Антонина Ордена уже получила информацию о том, что Елена Вяльби идет с более высокой скоростью.